Наверное, все согласятся с утверждением, что человеческое тело – это удивительная машина. С каким бы чувством вы ни относились к своему телу, любовью или ненавистью, можно с уверенностью сказать, что каждый из нас ценит ту тяжелую работу, которую оно выполняет ежесекундно, чтобы мы оставались в хорошей форме. И хотя человеческий организм обладает множеством невероятных суперспособностей, для него также характерны формы поведения, которые сбивают с толку. На многие из них вы вряд ли обращали свое внимание раньше. Поверите ли вы мне, если я скажу, что в яичниках можно вырастить ряд жемчужно-белых зубов? И если вы ответили нет на этот вопрос, тогда слушайте внимательно дальше. Чтобы открыть для себя 10 тревожных фактов о человеческом теле, о которых я расскажу в сегодняшнем видео. На ваших ресницах могут обитать клещи. Если вы один из тех, кто до жути боится ползучих тварей, то встреча с постельными клопами или грызунами покажется вам пустяком по сравнению с тем, что я расскажу вам далее. Мне очень жаль вас огорчать, но клещи могут жить и размножаться прямо на ваших ресницах. Это жуткое состояние вызывают железницы. Это микроскопические клещи, которые обитают в волосяных фолликулах или вокруг них. Что еще хуже, существует 65 видов железниц. Так, к примеру, Demodex folliculorum или Demodex brevis обычно встречаются в человеческих волосах, бровях и сальных железах лица. Возможно, мысль о том, что на вашем теле могут постоянно обитать клещи длиной около половины миллиметра, вызовет у вас панику и заставит бежать в ближайший салон красоты, чтобы сделать эпиляцию. Но вы должны знать, что эти клещи в основном безвредны и не приводят к каким-либо проблемам со здоровьем. Иногда, однако, они могут вызывать раздражение. Почему у нас много костей в ступнях? В это трудно поверить, но в ступнях находится примерно четверть от общего количества костей в теле. Именно поэтому ваши маленькие и хрупкие на вид ступни способны выдержать так много веса. В каждой ступне насчитывается 26 костей, в сумме получается 52 кости, а это четверть всех костей в человеческом теле. При этом каждая ступня дополнительно содержит примерно 30 суставов и более 100 связок сухожилий и мышц. Многие недооценивают важность ступней. Вы можете задать себе вопрос, почему в костях ступней так много костей, суставов, связок, сухожилий и мышц, и ответ вас удивит. В качестве примера рассмотрим, казалось бы, простой акт ходьбы. Среднестатистический человек делает примерно 10 тысяч шагов в день. За всю жизнь он преодолевает расстояние, равное 185 тысячам километров. По сути, он почти 4 раза огибает Землю в районе экватора. Когда вы катаетесь на американских горках, ваши внутренние органы двигаются. В поисках острых ощущений люди часто отправляются в парк развлечений, где, пожалуй, самый популярный аттракцион – это американские горки. Тем, кто хотя бы раз в жизни катался на американских горках, знакомо то уникальное ощущение, когда кажется, будто все ваши внутренности положили в мощный кухонный блендер и смешали на высокой скорости. Причина, по которой возникает это странное ощущение, вполне объяснима. Ваши внутренние органы двигаются. По словам доктора-гастроэнтеролога Магета Риска, который публиковал статью на эту тему, желудок, мозг и другие внутренние органы двигаются из-за сильной перегрузки во время катания. Термин «перегрузка» используется, чтобы измерить интенсивность силы и ускорения по отношению к силе тяжести Земли. Перегрузка влияет на все живые организмы на Земле и определяет, способны ли мы балансировать на твердой поверхности. Например, 1G – это ускорение, которое испытывают люди. Именно оно позволяет нашим ногам уверенно стоять на Земле. При 0G достигается состояние невесомости, в то время как перегрузка свыше 100G убьет вас. Но что такое перегрузка? Организм обычного человека способен вынести перегрузку от 4,7 до 5G. Однако такие уровни очень опасны, поскольку мозг будет испытывать недостаток кислорода и крови, что приведет к головокружению и потере сознания. Американские горки с самой высокой перегрузкой можно найти в парках Six Flags. Перегрузка американских горок TAS Техасо Торнадо Astro World составляет 6,5 G. А The Batman and Robin Six Flags 5G. Прежде чем вы захотите отправиться в один из этих парков развлечений, давайте рассмотрим, почему американские горки встряхивают не только ваши нервы. На ваше тело оказывает воздействие воздух. Ваше тело не сплошная структура, оно состоит из множества частей. Когда ваше тело ускоряется, с вашими внутренними органами происходит то же самое. Таким образом, когда вы катаетесь на американских горках, вы прижимаетесь спиной к сиденью. В это время мышцы и органы вашей спины соприкасаются с другими
всеми мышцами и органами тела. Вот почему возникают те странные ощущения, когда ваша тележка то опускается, то поднимается. Гравитация приводит к тому, что в условиях свободного падения ваши органы давят друг на друга. Когда вы спускаетесь вниз в тележке на американских горках или по крутому склону холма, на вас действует равнодействующая сила. В результате ваши органы становятся как будто невесомыми, что облегчает перемещение тела. Хорошая новость заключается в том, что этот побочный эффект не опасен, и ваши органы естественным образом вернутся в исходное положение, как только нормализуются условия. Ваши глаза каждый час производят чайную ложку слез. Еще один тревожный факт о человеческом организме. Он ежедневно заботится и защищает все органы и части тела, чтобы обеспечить максимальную физическую работоспособность. И как ни странно, плач или слезы жизненно необходимы для поддержания хорошего здоровья глаз. Слезы нужны, чтобы увлажнять и питать глаза. В течение дня ваши глаза постоянно производят слезы. Замечаете ли вы это или нет? Исходя из исследований National Geographic Kids, глаза человека производят чайную ложку слез в час. Младенцы – костлявые существа. Младенцы на вид маленькие и хрупкие, поэтому мы обращаемся с ними с огромной осторожностью. Тем не менее, они рождаются с секретной суперсилой. В их маленьких телах больше костей, чем у любого взрослого человека. Когда дети рождаются, у них хрящей и костей больше, чем у взрослых. Большинство их костей сливаются вместе, образуя единую костную структуру. На момент рождения у младенцев около 300 костей, в отличие от взрослых, у которых всего 206 костей. Моргните, и вы ничего не пропустите. Вы моргаете большую часть дня. Моргание – это процесс, который происходит бессознательно. Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, люди моргают от 15 до 20 раз в минуту. Причем каждое моргание длится от 0,1 до 0,4 секунды. Что в этом удивительно? Что ж, давайте обратимся к математическим расчетам. Когда вы бодрствуете, вы в среднем моргаете от 900 до 1200 раз в час. 14 400-19 200 раз в день и 100 800-134 400 раз в неделю. Это означает, что за год вы совершаете от 5,2 до 7,1 миллиона морганий. Просто вдумайтесь в эти гигантские числа. Утром вы выше ростом, чем обычно. Если вы хотите быть выше, то ваше желание сбывается, когда вы встаете по утрам. Вы можете думать, что ваш рост всегда одинаковый, но, увы, это не так. Знаете ли вы, что утром вы на 1 сантиметр выше, чем ночью? Но как такое может быть? В течение дня мы уменьшаемся в размерах из-за сжатия хрящей в коленях и позвоночнике. После спокойного отдыха хрящи восстанавливаются к нормальному размеру. Когда мы лежим на матрасе, вес тела уменьшается, и межпозвоночные диски расслабляются. Когда мы снова принимаем вертикальное положение, позвонки сжимаются и уменьшаются в толщине, в результате чего ваш рост уменьшается примерно на 0,5 сантиметра. Ваш тонкий кишечник длиннее, чем ваше тело. Тонкий кишечник находится в нижней части живота. Кажется невероятным, но если вы вытянете его в длину, то он почти в 4 раза превысит ваш рост. Невероятно, не правда ли? Длина тонкого кишечника может варьироваться от 3 до 5 метров, а ширина составляет всего около 2,5 сантиметров. Ваш желудок тоже смущается. Тело человека обладает способностью откликаться на сильные эмоции. Знаете ли вы, что когда вы краснеете, с вашим желудком происходит то же самое? Когда вы заливаетесь румянцем, ваша симпатическая нервная система реагирует, вызывая увеличение циркуляции крови по всему телу. Когда неловкие моменты заставляют вас краснеть, симпатическая нервная система выделяет химическое вещество под названием адреналин. Это гормон, который накапливается, когда вы переживаете неприятные ситуации. Этот гормон увеличивает циркуляцию крови в организме за счет расширения кровеносных сосудов. В результате кровеносные сосуды получают больше кислорода, из-за чего становятся более красными. Запах возраста.
Всем знаком характерный запах, который исходит от людей пожилого возраста. Тем не менее, мало кто знает, что у других возрастных групп также имеется свой запах. Люди могут определить возраст других по уникальному запаху тела. В ходе одного из своих последних исследований нейробиолог Йохан Лундстром обнаружил, что способность определять возраст по запаху основана на том, насколько хорошо вы справляетесь с определением запаха в целом. От пожилых людей, как известно, исходит сильный запах. Однако, согласно выводам Лундстрома, самый неприятный естественный запах исходит от мужчин среднего возраста. «Хуже всего пахнут мужчины среднего возраста», — говорит Лундстром. «Лучше всего пахнут женщины среднего возраста». На этом на сегодня все, а если хотите узнать больше историй прошлого, заходите на мой канал, там вы найдете много интересных видео.